Ее история началась в 1935 году, когда по инициативе знаменитого летчика Василия Молокова, уроженца этих мест, в селе была построена первая большая двухэтажная школа. Но через 40 лет в здании стало тесно, и Молоковская школа переехала в новое трехэтажное строение, где и находится по сей день. В этом году школа отмечает 85-летний юбилей. К юбилею педагоги все, начиная с 1 по 11 класс, подготовили классные часы, на которых они рассказали об истории поселения, об истории школы, о наших великих выпускниках, которые у нас есть. Вот. Соответственно, еще есть мастер-классы. А знаменитых выпускников в Молоковской школе действительно хватает. Достаточно упомянуть героя социалистического труда, испытателя ракетных комплексов Виктора Грачева и не менее известного поэта Видновского края Евгения Зубова. Нынешний директор Маргарита Лазовская сама выпускница этой школы. Поэтому поддерживать качество образования на должном уровне считает своей первостепенной задачей. Наши дети принимают активное участие в экспериментальных площадках. Мы делаем много проектов в разных абсолютно направлениях. И с этими проектами мы выходим как на муниципальный уровень, это первый шаг в науку, есть такие конференции, так и очень часто на региональный. Сейчас здесь обучается более 1500 учеников из 8 сел и деревень, а также новых микрорайонов Новомолокова и пригород Лесное. Они с удовольствием рассказали нам о своей любимой школе. Мой класс очень хороший, мы там все дружим и помогаем друг другу. Учителя у нас тоже отличные, мудрые и познавшие жизнь. Учителя добрые, отзывчивые, не строгие. Много одноклассников, с кем можно подружиться. Школа нравится, хорошие классы. Есть где отдохнуть на переменах. В столовой очень вкусно готовят, учителя все добрые. Потому что здесь новые учителя, они дают много новых знаний. Также здесь все мои друзья. И это как в доме. Здесь трудятся более 60 педагогов, среди которых есть почетные работники образования и финалисты районных конкурсов «Педагог года». То есть это проведение самостоятельной внутренней и внешней политики. Правильно? Вот что такое суверенитет. Почетный работник образования Али Магомедович Кураев преподает историю в Молоковской школе 6-й год. За 39 лет в профессии он успел поработать в разных образовательных учреждениях. Но именно здесь, говорит, почувствовал себя как дома. Когда я переступил порог этой школы, я понял, что это мое. Коллектив замечательный. Нужно сказать, что администрация очень отзывчивая. Во всем помогает. Идет навстречу. Мы его стараемся помогать. Учителя и ученики с нетерпением ждут открытия новой пристройки для младшей школы, где разместятся также актовый зал, школьный музей и образовательный центр «Точка роста». Они уверены, тогда их школу можно будет смело назвать самой лучшей в муниципалитете. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ.